Их встречали громкими аплодисментами и восторженными криками. Выпускники школы номер 7 в день своего последнего звонка, взявшись за руки с улыбкой на лице, заняли почетные места на торжественной линейке. 65 выпускников 11 классов, 92 – 9-х. Все они проделали большую работу, чтобы с гордостью прийти на торжественную линейку. Все без исключения допущены к сдаче выпускных экзаменов. Каждый старшеклассник – гордость нашего города. Не зря в этот день поздравить их спешили представители управления образования Конаковского района. Депутат Совета депутатов Александр Гуренко зачитал приветственный адрес главы города Конаково Валерия Максимова. С напутственным словом выступил и глава администрации Олег Шаталов. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником, днем последнего звонка. Желаю всем выпускникам сделать правильные шаги во взрослую жизнь, а школьникам хорошо и весело отдохнуть за летние каникулы. И отмечать день последнего звонка мы будем сегодня с вами на Центральной площади. Я приглашаю всех в 18 часов на праздничный капустник, а в 22:30 в честь всех выпускников будет дан праздничный салют. На этом официальная часть не закончилась. За годы своей учебы воспитанники добились высоких результатов, защищали честь школы и прославляли ее. Десятки учеников получили грамоты за отличную учебу, спортивные достижения, за творческие таланты и активное участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. Бурные аплодисменты нашим выпускникам! Затем началась уже самая трогательная и волнительная часть праздника. Слово предоставили первым учителям нынешних 11-классников. Заслуженные педагоги, которые открыли первую дверь в увлекательный школьный мир. Первые учителя показали, как много могут дать знания и как важна школьная дружба. И в день последнего звонка их добрые пожелания очень важны. Выступали и первоклассники, которые в этот день увидели, на кого им нужно равняться и к чему стремиться. Малыши в этот день подготовили не только стихотворение. На память всем выпускникам первоклассники смастерили самодельные открытки, которые будут напоминать будущим студентам о лучших моментах школьной жизни. Доброй традицией последних звонков стал вальс, но современная молодежь, сохраняя лучшее, преподносит в танец что-то новое. Поэтому все реже слышны привычные мотивы вальса, а классические движения дополнены изящными элементами, которые показывают, что полет творческой фантазии выпуска 2015 неисчерпаем. Настал момент прощаться. За плечами останутся шумные коридоры, парты, учебники заветной цифры 11. В небе запарили воздушные шары и голуби. Так и выпускники совсем скоро отправятся в свой новый полет во взрослую жизнь. Под звуки последнего звонка, сохранив в душе каждое прощальное рукопожатие, школа навсегда останется в памяти. Уроки жизни, которые дарили школьные дни, помогут каждому завтрашнему студенту с уверенностью шагать в будущее.